Всем привет, с вами снова Твинки, и сегодня я вам расскажу, что же делать с яйцом дракона, когда же вы его убили. Так вот, ну тут портал, да, вот то есть поднимать, надо подняться, то есть, ну, даже я могу назвать этот небольшой видеоурок, как достать яйцо дракона. Вы, значит, вот так вот поднимаетесь, да. И вот оно, то самое яйцо. А все очень просто. Вы ставите здесь поршень. А здесь вы... А нет, тут надо нажать просто правой кнопкой по нему. Оп. И сейчас надо найти яйцо. Мы ищем яйцо, ищем, ищем, ищем. Ищем. Секунду. Так. А тут где-то было яйцо. Так, яйцо, яйцо. Я его пропустил. Так, тут его нету. Здесь тоже нету. А хотя, да, вот оно. Итак, ну вот оно стояло, да? Нажали по нему правой кнопкой. Нет, да, хрен знает где оно. Да, тут надо ставить поршень. Кстати, поршень. Здесь редстоуновый. На светоблок не ставится. Редстоуновый факел. Оп. И у вас есть яйцо. То есть. Вот оно стояло. Вот, например. Не, нет, ничего. Ставили, оп. И яйцо. Ну, на этом все. С вами был Твинки. Смотрите мое видео, играйте в Майнкрафт. Всем пока.